Поставки говядины в Китай до конца года, а мясо птицы в первом квартале 2018-го. Расширение экспорта белорусской мясной продукции обсуждают на специализированном форуме. Он открылся сегодня в Минске. Беларусь входит в мировую двадцатку лидеров по производству продукции из мяса. В год у нас выпускают в среднем 123 килограмма на человека. Производство на треть превышает внутренний спрос и продолжает расти. Так что экспортерам и карты в руки. В прошлом году от продажи за границу выручили более 800 миллионов долларов. В этом уже прибавили 8%. Приоритетны по-прежнему рынки ближнего зарубежья, но географию поставок, а в ней 18 стран, постепенно расширяют. За последнее время добавились Вьетнам, США, Израиль, Грузия. Производители предвкушают выход на рынок Китая. Мясокомбинаты в ожидании сертификатов. До конца года мы надеемся открыть два мясокомбината. Это Могилевский мясокомбинат и Вилли Смит по мясу говядины на китайский рынок. И в первом квартале следующего года мы планируем открыть несколько птицефабрик. Мы будем стараться сделать максимально для того, чтобы выйти туда широким своим ассортиментом продукции. Вот. Но гарантировать, сколько это будет, сложно сказать. Мы планируем поставлять в год порядка 20 тысяч тонн мяса говядины на китайский рынок. Белорусские специалисты только вернулись из Китая и сейчас сами принимают очередную инспекцию Россельхознадзора. Претензий пока нет. Мы продаем на 50 миллионов долларов в год, и где-то 90% это Россия. Многие критикуют о том, что Россия жестко относится к требованиям ветеринарным. А я бы сказал спасибо им. Они нас научили очень безукоризненно подходить. В целом за 6 лет государство поддержало агропромышленный комплекс более чем на 8 миллиардов долларов, в то время как экспортная выручка составила 28 миллиардов.